В захватывающем новом эпизоде популярного сериала «Зимородок» происходят удивительные события, которые переворачивают жизнь главных героев с ног на голову. Ферит, узнав, что истинным отцом ребенка является Сёртир, оказывается перед сложным выбором. Сердце разрывается на части, и он решает дать Пелин шанс на прощение. Однако, как часто бывает в жизни, планы не всегда сходятся. В самый неподходящий момент разоблачается вторая огромная ложь Пелин, и Ферит теряет последний остаток веры в нее. В новом эпизоде Ферит сталкивается с новыми проблемами. Он узнает о темном прошлом, связанном с Саджиди, и чувствует бешеную ярость к Пелин. Все лжи, которыми она обманывала его, всплывают наружу, и Фериту предстоит справиться с огромным разочарованием. Поскольку сценарий Пелин подходит к концу, возникает возможность ее ухода из сериала. Судьба Пелин может идти двумя путями. Возможно, она попытается покончить с собой, не получив прощения от Ферита. Или же она может решить вернуться за границу вместе с Сёртиром. В случае, если Пелин покинет сериал, на сцену вступит одержимый Невра, который будет создавать новые проблемы для Ферита. Но, к счастью, Сейрон, преданная Ферита, окажется его спасительницей, помогая ему избежать ловушек Невры. Хотя Сейрон предпочитает уйти от Ферита, чтобы помочь освободить Архана из тюрьмы, неожиданное событие способствует его освобождению. Развод между Феритом и Сейрон не произойдет, и Сейрон не собирается бросать Ферита. Однако, если Суна продолжит давать неправильные советы Сейрон, она в конечном итоге потеряет рассудок и сойдет с ума, одержимая Феритом. До финала сезона Суна будет представлять собой персонажа, который полностью потерял рассудок. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы быть в курсе всех последних событий. Увидимся в следующем видео с анализом. Пока!